11 часов. Сушим орешки, которые купили на море. Свежий урожай. И сейчас будем делать чай. Я люблю травяные чаи. Вот этот термос у меня. Термос берите со стеклянной колбой. Чай вот такой вот, монастырский. Трава очень душистая. Если трава душистая, это как раз говорит о том, что она свеженькая, хорошая. То, что надо. Сюда вмещается примерно 2 литра воды. Как раз мне этого хватает на день питья. Вообще, где я бываю, я покупаю сборы трав. В кремниевых термах я купил сбор трав сердечные. Попьем. Кстати, состав могу почитать. Состав: рябина, плод, ромашка, цвет, мята, лист, мелисса, трава, шиповник, плод, масса, нетто. Вот так вот. Прекрасный мешочек, хорошо сделано. Дальше можно какие-то другие травы использовать. Заливаем свой чаек травяной монастырский. Если в чае, то можно пить буквально таки сразу. Летучие вещества, самые-самые полезные, они выходят из травы сразу же. А вот если это плоды кореньев, и вы хотите получить что-то такое из них, то тогда надо настаивать. Ну, примерно часик, а лучше 3. Тогда будет то, что надо. То есть вот он заварился, я хочу выпить чай. Беру кружечку. С Дедом Морозом. Делаю подсветочку. Вот видите, бледная такая заварочка, это то, что надо. То есть это самые душистые компоненты травы вышли, и их сразу же надо употреблять. Чем дольше стоит, тем душистые все эти вещества улетучиваются, остаются терпкие, они уже там служат совсем для других вещей.